сет, который мы вам привезли, который вы, наверное, очень ждали. Вы нас помните? Да, мы у вас были. А кто мне скажет, кому посвящен первый баджан вообще в Индии? Кому вот уделяют большое внимание? Какое-то главное мероприятие или что-то? Кому? Какому божеству? Как называется это божество? Слон. Шри Ганеша. Шри Ганеша. Правильно. Джай Ганеша, Джай Ганеша, Джай Ганеша Дева. Джай Ганеша, Джай Ганеша, Джай Ганеша Дева. Мата Деви Парвати, Пита Махадева. Мата Деви Парвати, Пита Махадева. Послушали, понравилась вам композиция? Вот видите, настоящее профессиональное исполнение. Баджан, который был посвящен Шри Ганеше. Ну что, продолжим дальше наш концерт. Вот на последнем концерте мы рассказывали о сароде, сарод и ситары. Вы слышали, да, эти исполнения этих музыкальных инструментов. А сегодня у нас инструменты гармоника и табла. Послушайте небольшую композицию. Или намасте, складываются ручки вместе и делается поклон. И небольшую композицию на гармонике мы сыграем. И послушайте теперь композицию на гармонике.
левую ручку так вот поднимем, головкой поднимем. Поищем ветерок. Он действительно есть. Это ваша энергия, кундалини поднимается. Да. Поднимем, поднимем. Ощутили? Да. Ага, поменяем ручки, а теперь другой. Могут быть разные ощущения. Это очень хорошее состояние. Ощутили? Да. Да, ну молодцы. Ну что, поем вместе песню? Эту песню вы все знаете, наверное, поете все. Бременские музыканты смотрели? Да. Отлично. Ну тогда давайте попробуем. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружит, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. И она сказала, что музыка должна распространять только любовь. Поэтому, ребята, слушайте только хорошую музыку. Не слушайте плохую. Еще эмблема вашего детства, ну как интерната, да? Это руки, которые бережно держат не распустившийся еще цветочек. Цветочек — это кто? Это вы, дети. Это вы, дети. И какими вы будете? Тоже зависит все и от этих рук, которые вас держат, и от вас. Пожалуйста, будьте добрыми, помогайте друг другу, любите друг друга. Чем больше будет в мире добра, тем будет в мире лучше. И добро всегда побеждает.